Всем привет! Вы смотрите «Черное море» каждый день. Это канал о погоде в Сочи, где каждый день я хожу на море и снимаю его для вас. Так что обязательно запишитесь ко мне на экскурсию, а также подпишитесь на мой канал, нажмите кнопку внизу еще и посмотрите все ссылочки в описании. Сегодня у нас 14 августа. Лето продолжается полным ходом. На улице жара, 34 градуса. Море спокойное. Вот люди машут. Не знаю, наверное, кто-то из подписчиков. Обязательно оставьте комментарий. Прекрасная погода. Облаков нет, люди катаются на флайборде. Кто-то на банане, кто-то на катамаране. Море спокойное, конечно, не очень прозрачное, но купаться можно. Температура воды 26 градусов. Вот такая погода сегодня в Сочи. Так что обязательно запишитесь ко мне на экскурсию, подпишитесь на мой канал и смотрите «Черное море» каждый день. Всем пока!